Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это шапка из натурального меха, которая называется «Патрисия». Друзья, ее вам представит Алена Канойко, эксперт телеканала «Shop & Show». Кстати, Алена завоевала гран-при в Праге именно благодаря натуральному меху, ручной работы. Там ты представляла свои коллекции, да? А, да, представляла. И сегодня горда и счастлива представить вам шапку «Патрисия». Посмотрите, это ручная работа, сложный меховой трикотаж, запатентованный Лорой Лиштман, который использует в своих премиальных коллекциях такие премиальные бренды, как Fendi, Dior, Fontani и Malamati. Посмотрите, ручная работа, эстетика и красота. Прокрас под шиншиллу, но внимательно посмотрите на эти роскошные фактуры. Это уникальный мех кролика Рекса, который отличается тем, что мех невероятно мягкий, шелковистый, качественный и будет вас согревать до минус 30 градусов. Но это еще не все. Внутри у нас комфорт и тепло. Двойная шапочка из шерсти, ее здесь 80%, друзья мои, согревает наилучшим образом. При этом хорошо тянется, не деформируется и не оставляет следов на коже, потому что шерсть у нас не простая, а релаксированная. Ой, не то слово, такая мягенькая, приятная. Всем ли подойдет вообще такая шапка? А? Конечно же, друзья мои, мы провели необходимые тесты и готовы вам продемонстрировать, что для совершенно разного типа лица у нас будет идеальная и посадка, и эстетика. Круглая, квадратная, треугольная. Каким бы типом лица вы ни обладали, скажу как эксперт, эта шапочка станет украшением вашего образа. И вы сегодня сможете подобрать абсолютно разные цвета. У нас есть 4 модификации. Да, вы наши красавицы, вам будет очень к лицу эта шапка. Смотрите, вот светло-серый цвет есть в наличии. На телеканале Shop & Show также представлен. И вот такой вот оттенок темно-коричневого, темно-синего цвета, простите. А давайте его потрогаем. Нежность, мягкость какая. Светло-сиреневый цвет. И это мой выбор, Аленочка. Угу. Мне очень нравится этот оттенок. Тебе очень идет. Он такой благородный, да? Благородный, жемчужный, невероятно презентабельный. И темно-коричневый. Все цвета освежают, омолаживают и украшают ваш образ. Цена 2999 рублей. Это самая выгодная цена только одного дня. Вы прекрасно знаете, сколько сейчас в магазинах стоят шапки из натурального меха. И 10, и 15 тысяч рублей. У нас максимально выгодные условия для покупки, но действующие только сегодня. Скидка 37%. Шапка называется «Патрисия». Вообще, это лидер продаж телеканала Shop & Show. За всю историю продано более 6 тысяч таких шапок. Это самая популярная модификация на Shop & Show. Так, ну давай сейчас вот просто зайдем в магазины и посмотрим, сколько там стоят обычные шапки из натурального меха. Пожалуйста, без ручной работы, без дизайна. Вы видите, что 5, 7, 8 тысяч рублей стоят шапочки. Мы для вас нашли лучшие цены и лучшее предложение. Посмотрите, как красиво она будет смотреться с любой вашей одеждой. От роскошной шубы до демократичного пуховичка. Да, такая прелесть. Мне нравится этот дизайнерский мех, что это необычная шапка. Посмотрите, какие там интересные петли, переплетения. То есть вас будут рассматривать. А всегда приятно, когда на вас обращают внимание, особенно когда подходит и спрашивает: извините, а где вы купили такую шапку? Никому не говорите. Это дизайнерская разработка специально для вас. 2999 рублей. Цена действующая только сегодня. Это самая выгодная покупка только одного дня. Делайте свои первые покупки с телеканалом Shop & Show. Начните с натурального меха. Кстати, вот у моей мамы шапка 25 лет уже прошло, она до сих пор в идеальном состоянии именно из натурального меха. Она говорит: Оль, я бы ее носила, если бы она модной была бы. Но, говорит, уже как-то из моды вышла. То есть натуральный мех, он практически неубиваем, правда? Да, но очень важно выбирать именно качественные меховые фактуры. И тут не просто мех кролика, это кролик Рекс. Особая селекционная порода, выведена на основе королевского германского кролика. Впервые была представлена в 1924 году на Парижской выставке, завоевала весь мир, а в России появилась вывезена из Германии тайно, потому что этого кролика запрещено было вывозить за пределы Франции. Ну и, конечно же, это невероятная роскошь прокраса под шиншиллу. Это то, что позволит вам выглядеть стильно, модно и невероятно презентабельно. А скажи, пожалуйста, кролик Рекс, это вообще, что это за порода такая интересная? Порода, которая вас будет всегда украшать. Даже был скандал с журналом Vogue, когда они представили фотографии шуб из шиншиллы, а на самом деле на половине фотографий были шубки из кролика Рекса. Его особенность в том, что он великолепный, шелковистый,
красная, напоминающие ценные породы, такие как шиншилла и сибирская белка, и при этом у него уникальное строение волоса. Остевой направляющий пушной волос примерно одной длины. Поэтому это не просто практичное, но еще и невероятно красивое вложение в ваш гардероб. Да, и легкая дистанционная покупка, Аленочка, потому что шапку можно убирать легко, не примерив. Она единого размера. Давай это докажем. С удовольствием. Сейчас. Смотрите, в свободном положении 22 полуобхват, это 44 полный обхват, а при растяжении вот до 40 растягивается в полном обхвате 80 сантиметров. Поэтому для головы 55-58 сантиметров, это средняя голова взрослого человека, посадка будет идеальная, даже на объемные прически. Более того, мы провели тестирование и выбрали самую лучшую модель, подходящую для обладательницы лица разного типа. Она вас будет украшать, омолаживать, да, создавать тот самый великолепный объем за счет ручной работы, который выглядит невероятно презентабельно. Ну, смотрите, мы же с вами все разные, не под копирку сделаны, и круглолицые, да, бывают разные типы лица. Вы все у нас красавицы, и эта шапка сделает вас еще краше. Потрогайте ее. Нежный, приятный, густой, натуральный мех. Такая нежность и такое тепло. Дизайнерский элемент. Такой шапки нет ни у кого. Единый размер на любую голову подходящий, а внутри еще натуральная шерсть. То есть мы с вами выйдем в этой шапке, будем не только красоваться, но и согреваться. Болеть с вами точно не будем. То есть эта шапка предназначена для нашего с вами здоровья и для нашей с вами красоты. Как вишенка на торте для зимнего образа, для того, чтобы образ был самым шикарным, королевским. Давайте посмотрим, какие цвета пока еще есть в наличии. Ну вот, пожалуйста, любуемся светло-серым оттенком. Видите, пластичность нашей шапочки, ее великолепные прокрасы. А далее у нас коричневый вариант. Посмотрите, пожалуйста, вот он, густой эффект. Причем вы можете ее сами вертеть по голове и выбирать самую лучшую посадку. Светло-сиреневый романтичный оттенок, необычный, нетривиальный для самых таких женственных особ. И темно-синий контрастный вариант. Ой, красота! Смотрите, какое украшение для вашей головы. Не просто шапка, а дизайнерский элемент головного убора, который подчеркнет статус вашего образа. По цене только сегодня.